обещали солнце. Ну и что? Обещали солнце, идет дождь. Ну и что? Мало ли кто кому чего обещал. Что ж теперь кричать? Нервничать или писать жалобы? Главное, на кого? На кого жаловаться? На Бога? Это он раньше был. Может, на бюро прогнозов, оно, конечно, сейчас есть. Только Бога на них нет. Так что спокойно, спокойно надо жить, без напряжения. Это правда, что у каждого человека от рождения 2 миллиона нервных клеток. Это ж только на первый взгляд много. Давай с тобой посчитаем. В магазин зашел, клетки как не бывало. Ремонт сделал, еще 500 клеток долой. С женой поговорил, это уже 1000. А ведь нервные клетки, они же не восстанавливаются даже за деньги, которых у тебя, кстати, тоже. Поэтому выход такой, полный покой. Каждый вечер 10 капель валерьянки, а по утрам стаканчик. Обезжиренного кефира. Очень успокаивает. Ты пойми, что у человека в жизни одна задача – дожить до пенсии и все. Ничего не надо принимать близко к сердцу. Подумаешь, тебя плохо покормили в столовой. Ну и что? Жив остался. Слава Богу. Зачем же сердиться на повара? Повар ведь он ни в чем не виноват. Нельзя приготовить хорошую еду из плохих продуктов. А хороших продуктов у него нет. Он их давно домой унес. Потому что повар тоже человек. Он не может есть то, что нам с тобой приготовил. Он хочет дожить до пенсии. Или, например, на тебя кричит твой начальник. Ну и что? Он кричит. Он кричит, а ты себе считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он кричит, ты спокойно. У него уже сердечный приступ. А ты еще считаешь. И так досчитаешь до миллиона, у тебя будет другой начальник. Ой, в любой, даже в самой безвыходной ситуации всегда есть минимум 2 выхода, надо только и найти правильный, в этом все дело. Сейчас тебе все на конкретном примере объясню. Вот ты после работы с пачкой пельменей заходишь троллейбус. Ну, обстановку в троллейбусе знаешь. Люди слиплись, как пельмени в пачке. Ты берешь за 4 копейки билет, троллейбус дергается, ты не нарочно, ты случайно наступаешь кому-то на ножульку. И не то, чтобы на левую, не то, чтобы на правую, на обе сразу. И человек, которому ты ножульки отдавил, тебе говорит, что ты дурак. Вот у тебя уже 2 выхода. Сразу сойти. Или ехать дальше. Я бы, например, сразу сошел. Но ты ведь богатый, тебе клетки нервные не жалко. Ты едешь дальше. Уже как дурак.
Потому что у тебя еще раз есть два выхода. Промолчать или в ответ ему сказать что-нибудь более интеллигентное. Например, что он сам дегенерат. Хотя дегенерат то же самое, что дурак, только с высшим образованием. Но ты молчать не можешь, ты говоришь, что он дегенерат. Теперь у него два выхода. Дать тебе по морде или съездить тебе по физиономии. Выбор не богатый, но, как говорится, чем богатый, тем и бьем. И у тебя уже последний раз два выхода: потерпеть и сойти на следующий, или сейчас стукнуть его чем-нибудь тяжелым, например, пельменями. Терпеть ты уже не можешь, ты его бьешь, поднимается крик, шум, приходит милиция, родная. Она вообще тут как тут. И вот за драку в общественном месте с тебя берут штраф 25 рублей. Теперь вспомни, с чего началось. С того, что тебя назвали дураком. И что, если бы ты меня послушался и сразу бы сошел, тебе бы это стоило 4 копейки. Теперь тебе это стоит 25 рублей. Что ж ты обижаешься? Тебя правильно дураком называют. Умный давно сидит дома и кушает пельмени. Так что не надо биться головонькой об стенку. Стенки на это не рассчитаны. И будешь биться головой об стенку, разбудишь соседа в другом подъезде. Ты можешь со мной не соглашаться, можешь со мной спорить, бороться, жаловаться, сюда ходить, сюда, даже туда ходи. Я же не спорю, правду ты найдешь, а вот здоровью ты. Хочешь жить долго, рецепт простой. 10 капель и стаканчик обезжиренного кефира. И все. Будешь как я.